Эй, йоу, пацаны, всем и девчонки тоже. Всем доброго времени суток, с вами я, Гузи. И сегодня в этом ролике вы увидите самый лучший геймплей от самого лучшего скайварсера Гузи Геймс. Гузи Гейм, как хотите. В общем-то, собственно, вы знаете, что... Спасибо большое. Вы знаете, что YouTube как бы продвигает видео в рекомендации из-за статистики. Давайте так, вспомним, что помогает продвинуться начинающим блогерам. Первое — это лайки, подписки и активность, и все. Все, что ли, да? Да, в принципе, вы правы, но есть еще один очень важный параметр, который помогает продвинуться ютуберу, блогеру на такой прикольной сфере, на прекрасной, не сфере, а на прекрасной площадке YouTube. Что же это, вы как думаете? Пока вы думаете, я вам расскажу, что за... месяц можно набрать как минимум... Ну, как вы думаете, сколько за месяц можно набрать подписчиков? И как бы... Если вы подумали, что миллион, 10, ладно, 100 миллионов за месяц. 150? Нет, ребят, на самом деле можно за месяц набрать намного больше подписчиков. Можно набрать на этой платформе. Так вот, в общем-то, я не так сильно заинтересован в количестве подписчиков, в данном случае, как в вашей активности. А еще один важный параметр, по которому можно набирать очень много просмотров и подписчиков, это удержание аудитории. Собственно, что я и начал с самого начала этого ролика делать. Суть этого в том, чтобы удержать как можно больше внимания на этой платформе, и чем успешнее ты это делаешь, тем интереснее для YouTube твой контент. Как-то так, ребята. Но почему я решил с этого начать ролик? У меня на канале очень просил актив. Подпишитесь на мой канал. Если не подписаны, если подписаны, то отпишитесь от моего канала и подпишитесь заново, поставив колокольчик. Что вы можете еще мне помочь? Ну, сделать репост там на своей странице в социальных сетях. Ну, как пример, знаете. Чисто будет приятно. Вот. Ну, блин. Давайте я по-серьезки начну играть уже. Вот. Можете репост сделать, мне будет приятно. В общем, да. И поэтому, ребят, пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца. Потому что моя статистика плачет, честно говоря. Как я провел это лето, спросите вы, почему ты не выпускал ролики, чтобы у тебя был хороший актив? Знаю, ребят, знаю, я правда выпускал мало роликов, я был очень ленив на это, но вот те ролики, которые можете посмотреть, предыдущие два ролика до этого, которые вышли, не считая там... какой у меня там ролик был, не считая там этот короткий ролик шортс, то над теми роликами я старался. Так же, как и над этим роликом. Ну, на самом деле, много я ленился, также дома много я не был. Поэтому, блин, ожидать от меня контента это нужно, как бы. Но, честно говоря, просто был слишком занят, я бы так выразился. Ну... Собственно говоря, я сейчас сделал килл, мне хорошо. Теперь я снова возвращаюсь в эту сферу Майнкрафт. Парень, ты не путай берегов, как бы. Брат, ну типа, ты понимаешь, с кем ты дерешься? Нет, уже нет. Уже он меня материт, наверное, блин. Вот этот парень очень хорошо меня закомбил. Ну вот. Лето я провел хорошо. Был в отъездах, поэтому мало контента. Хочу вам еще сказать, чтобы вот этот ролик, когда вы смотрели, вы задумались над временем года. Я не знаю, может, этот ролик кто-то смотрит еще летом. Уже летом. Или еще летом, вот этим, которым я снимаю. Может, этот ролик смотрит уже кто-то, блин, вообще весной, зимой, осенью. Я сейчас время зря не теряю. Вам тоже советую это делать.
не терять зря времени, потому что оно всегда вам пригодится, особенно если вы меня смотрите. Значит, вы уже на правильном пути. И спасибо вам за все, что вы делаете. Что еще хочу сказать? Сказать хочу еще вот что. Давайте еще вот эту каточку я поднапрягусь, поиграю внимательно. И следующую еще сыграю. Прям внимательно, давайте. Постараюсь. Так. Прям внимательно, ребята, прям очень. На победу настроен. Угу. Так. Пишите в комментариях, как у вас настроение после этого ролика. Пишите, чем вы занимаетесь, как у вас дела. Нет, я видел этого пацана. Но я не думал, что он такой наглый окажется. Ну, хп. Последняя каточка. Пишите, как у вас настроение вообще после этой каточки. Ролика. Я прекрасно. Пишите мне в ВК. Социальные сети можете найти в о канале моем. Информация о моем канале. В описании канала можете найти там ссылки на мои социальные сети. Добавляйтесь, подписывайтесь. Кому надо, следите за мной. В общем-то, один килл сделал. Ну и чел как бы меня убил по правильному же, ну все же верно, все верно. Всем спасибо за просмотр, комментируйте этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь и переподписывайтесь. Будьте на связи со мной, смотрите мои социальные сети, лайкайте меня там, если хотите, конечно. Никого не заставляю, всем хорошего дня и всем отличного настроения, пока-пока.